сотрудниками ГИБДД при проведении рейдовых мероприятий на территории Советского района был остановлен автомобиль под управлением гражданина, который находился в нетрезвом состоянии. В ходе проверки данного гражданина было выявлено, что он находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления. Впоследствии возбуждено было уголовное дело по статье 264 прим. 1 Советским районным судом города Красноярска. Было избрано мера пресечения заключения под стражу.